Здравствуйте, ребята! Я рада видеть вас на уроке познания мира. Нас сегодня ждет дорога, и узнать нам надо много. Так возьмемся, ребята, скорее за работу. Проверим готовность к уроку. Перед вами должны лежать учебник, тетрадь, школьные принадлежности. Тема нашего урока – чем мы питаемся? Сегодня на уроке вы узнаете о соблюдении режима питания. Сравните рисунки. Вспомните, как жили первые люди. Чем отличается пища древних и современных людей? В давние времена люди питались плодами, кореньями, сырым мясом животных. Шло время, люди научились готовить еду на огне. Эта пища была вкусной и полезной. Откройте учебник на странице 71. На каких рисунках изображена еда? На каких напитки? А что вы едите и пьете на завтрак? К еде относятся мясо, хлеб, фрукты. К напиткам сок, чай, молоко. Для жизни человеку необходимы еда и напитки. Они дают силу и утоляют жажду. Каждый день на нашем столе разная еда. Богатая витаминами питание полезна для здоровья. К полезным продуктам относятся мясо, яйца, рыба, орехи, овощи, фрукты. Мясо, яйца, рыба, орехи содержат колоссальное количество белка, который является главным строительным материалом нашего организма. Специалисты утверждают, что регулярное включение животного белка в рацион благоприятно сказывается на состоянии костей и уменьшает риск переломов. Регулярное употребление мяса улучшает память, внимание и мышление. Овощи и фрукты – это источник здоровья человека. В растительных продуктах содержится огромное количество витаминов, минералов, клетчатки и других веществ, необходимых для правильного функционирования человеческого организма. Фрукты и овощи заключают в себе способность укреплять иммунитет человека, защищать организм от различных заболеваний. Правильное питание обеспечивает организм крепким иммунитетом, здоровьем, силой и энергией. Подумайте, что произойдет, если не употреблять в пищу полезные продукты? Недостаток полезных продуктов приводит к усталости, невнимательности, увеличению риска заболеваний. Ребята, внимательно рассмотрите картинки. Какие продукты вы отнесете к полезной пище, а какие к вредной? Проверим. Полезная еда и напитки – яблоко, молоко. Вредная еда и напитки – это чипсы, сладкая газированная вода. Одна бутылка газированной воды содержит в большом количестве сахар. В литровой бутылке сладкого газированного напитка содержится примерно 55 грамм сахара, что соответствует 10 стандартным кусочкам кускового сахара. В состав этого напитка входит лимонная кислота, под действием которой эмалевое покрытие на зубах разрушается и истончается, из-за чего повышается чувствительность зубов, развивается кариес. В состав сладкой газировки входят вредоносные красители. Они при частом употреблении провоцируют формирование таких заболеваний, как аллергия, астма. Огромна роль воды в жизни человека. Без воды невозможно усвоение организмом всех питательных веществ, так необходимых нам – белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ. Поэтому важно пить каждый день достаточное количество жидкости.
Регулярное употребление молока способствует росту мышечных тканей и укреплению костной системы. Это особенно важно в период активного роста и развития организма. Питание должно быть рациональным, сбалансированным. Необходимо знать и соблюдать три принципа рационального питания: умеренность, разнообразие, режим приема пищи. Если мы регулярно переедаем, организм получает слишком большое количество питательных веществ, с которыми не успевает справляться и быстро начинает испытывать перегрузки. В результате человек со временем набирает избыточную массу и страдает от ожирения. В еде необходимо соблюдать умеренность. Для обеспечения хорошего и правильного пищеварения необходимо ежедневно принимать пищу не более 3 раз в день. Перекусывание между основными приемами пищи заставляет желудок работать сверхурочно и лишает его необходимого отдыха. Желательно сократить в вашем рационе количество продуктов, содержащих много рафинированного сахара, и увеличить количество продуктов, богатых сложными углеводами, как хлеб и картофель. Учеными было обнаружено, что в тех местах на Земле, где проживает больше всего долгожителей, люди употребляют очень мало сладкой и жирной пищи. Не все продукты одинаково питательны. Даже в полезных продуктах содержатся не все нужные нам микроэлементы. Поэтому, когда мы едим разнообразные продукты, мы с большей вероятностью получаем все необходимое. Недостаток этих полезных веществ может привести к хроническим заболеваниям. Чтобы определить, достаточно ли вы потребляете различных продуктов, проверьте свой рацион по списку пищевых продуктов, поделенных на 5 основных групп. Зерновые продукты – пшеница, кукуруза, фасоль, горох. Овощи, нежирное мясо, молочные продукты, фрукты. Если вы употребляете в пищу все эти группы продуктов, то у вас богатый рацион, следовательно, и крепкое здоровье. Рациональное питание предполагает не только умеренность в приеме пищи, сбалансированность, но и регулярность. Вы будете всегда сыты, вам не захочется перекусывать на бегу и есть вредную для вас пищу. Вы перестанете переедать. Соблюдение пищевого режима – важная составляющая здорового образа жизни. Если ребенок регулярно пропускает завтраки, то у него повышается риск развития таких заболеваний, как гастрит, язва. Кроме того, стремительно набирается вес из-за неконтролируемых быстрых перекусов неполезной едой либо переедания в обеденное время. Также бывают случаи снижения трудоспособности. Знаете ли вы, что из кобыльего молока готовят целебный напиток кумыс? Родиной кумыса является Казахстан. Ребята, предлагаю поиграть в игру «Верно, неверно». Для жизни человеку необходимы еда и напитки. Верно. Организму необходимо переедание. Неверно. Организму необходима умеренность в питании. Пищу можно принимать в любое время. Неверно. Пищу необходимо принимать в определенное время, соблюдать режим питания. Разнообразное питание вредит здоровью. Неверно. Разнообразное питание приносит пользу нашему организму. Чтобы быть здоровым, надо правильно питаться. Верно. После урока вам предстоит самостоятельно прочитать материал на страницах 70-71. Попробуйте составить меню на обед, используя полученную информацию на уроке о полезной еде и напитках, умеренности, разнообразии и режиме питания. Оцените свои успехи на сегодняшнем занятии. Все ли вам было понятно? Какие трудности у вас возникли? Что необходимо для того, чтобы предотвратить эти затруднения в будущем?
Подведем итог урока. Вы узнали, что для жизни человеку необходимы еда и напитки. Богатое витаминами питание полезно для здоровья. Наш урок подходит к концу. Надеюсь, вы извлекли для себя много полезного сегодня. Всего доброго, до скорых встреч!